Большая олимпийская сборная Краснодарского края. Правда, никто из этих людей медалей не завоевывал, их фамилии не знает вся страна. Но если бы не их работа за кулисами Олимпийских игр, у России не было бы безоговорочной победы в Сочи. Строители, энергетики, медики, социальные работники, муниципальные служащие, студенты, десятки тысяч тружеников большой кубанской семьи, воплотившие в жизнь мечту об Олимпиаде. Мы доказали, что Россия может делать такие международные проекты на самом высоком уровне. Трудились на различных объектах Олимпийского Сочи. Мы стремились сделать нашу Олимпиаду самой лучшей в мире. Для меня и для края, и для страны, я думаю, однозначно. Это, будем говорить, самый высокий уровень достижения. У меня родственники работали на Олимпиаде. Папа строил, можно сказать, Олимпиаду. Поэтому я горжусь им, горжусь всеми людьми, которые сегодня здесь находятся. Та оценка, которую давали тренера, спортсмены, сами участники Олимпиады. Таких Олимпиад не было. Очень сожалею, но, наверное, не будет. Успешное завершение олимпийской эпопеи – прекрасный повод для праздника. В один из главных концертных залов кубанской столицы героев Сочи 2014 пригласил губернатор. Эту армию тружеников Александр Ткачев поздравляет с возвращением домой из долгих сочинских командировок. Глава региона, говорит, уже подписал десятки тысяч благодарностей. Игры изменили нас. Они сделали Краснодарский край сильнее, выше, быстрее. Сегодня она знает весь мир. Я считаю, что мы этого заслужили. Мы шли к этому долгих 7 лет, когда возрождали экономику, поднимали курорты, сельское хозяйство, серьезно взялись за улучшение качества жизни наших кубанцев. Край подошел к Олимпиаде как самый привлекательный регион России. Мы для этого сделали очень многое. И в этом заслуга каждого жителя Кубани. Я знаю, что многие из вас безвыездно жили и работали в Сочи. Особенно, когда олимпийская стройка вышла на финишную прямую. Я видел вашу готовность сделать все для нашего общего успеха. Зачастую в ущерб своей семье или здоровью. Интересы края были выше личных интересов. И я высоко это ценю. Губернатор благодарит за терпение сочинцев. Новый облик олимпийской столицы рождался на их глазах. Складывался по кирпичикам. Современный, благоустроенный, чистый Сочи. Сочи, в котором построены сотни километров новых дорог, десятки мостов и тоннелей. По сути, заново отстроена инфраструктура. Сочи, навести лоск в котором на финишной прямой олимпийской стройке помогали тысячи добровольцев из всех 44 районов края. Жаркие, зимние наши. Потому что дались нам кровью и потом. Напоминать о том, как мы шли к Олимпиаде, будут мозоли на руках и накопленная усталость от бессонных ночей. Но это пройдет. Останется вот здесь, в сердце, чувство сопричастности и огромная любовь к своей стране. Чувство гордости за себя и за своих друзей, коллег, с которыми вместе мы создавали новейшую историю России. Осознание того, что мы стали частью этой истории. Вы проделали титанический труд. И сегодня я от всего сердца говорю всем вам спасибо. 700 кубанских медиков готовились к Олимпийским играм не меньше, чем спортсмены. Стажировки за границей, новейшее медицинское оборудование в клиниках. И в результате спасли ни одну жизнь, ни одну спортивную карьеру. В зале еще одни герои, без которых Олимпиада не состоялась бы. Душа Сочи 2014 – волонтеры. Из 25 тысяч улыбчивых, доброжелательных, готовых помочь везде и всегда. Половина – кубанские студенты. Спасибо вам за то, что вы так верили в эту Олимпиаду. За то, что вы переубеждали всех скептиков, шли вперед и вперед, зажигали, заряжали нас каждый день. Спасибо за то, что вы убеждали нас в том, что такой шанс может выдаться только раз в жизни. Даже если завтра вы возьметесь еще за одну Олимпиаду, теперь уже летнюю, мы будем с вами и поддержим вас всегда.
Одна из самых продолжительных церемоний награждения. Большую сборную края награждают по олимпийской системе. 50 бронзовых призеров. Александр Ткачев вручает медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени. 14 серебряных, получивших медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани второй степени. Золотых призеров зал встречает овациями. Среди тех, кто награжден медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани первой степени, вице-губернатор Галина Золина, глава Белореченского района Иван Имгрунд, глава Геленджика Виктор Хрестин, министр образования Наталья Наумова. Награда – это большой аванс. Честное слово, потому что слово «служу Кубани», «служу Родине», «служу любимому своему прекрасному краю». Восхищаюсь и радуюсь, когда гости приезжают и говорят, у вас необыкновенный край. И самое главное, горжусь людьми, которые находятся рядом. Это наши студенты, это великолепные волонтеры, это волонтерские центры, это строители, люди, которые сделали эту Олимпиаду. Тяжелая работа, многолетняя, я бы даже сказал, изнурительная. Она подошла к концу, сделана достойно, за нее не стыдно. И я думаю, что это вообще очень большая общая победа. Я работала в медиацентре на Олимпиаде и Паралимпиаде. И практически все страны мира в лице репортеров, телекомментаторов были там. И каждый из них говорил о том, что они не верили до последнего, что Россия сможет сделать Олимпиаду на таком уровне высоком. Но в итоге все говорили, ничего подобного ни в Ванкувере, ни в Лондоне они не видели. Это потому, что мы вместе, мы Россия, мы команда. Это часть истории. Поэтому я счастлив и горд тем, что я нахожусь в это время вместе с такой боевой дружной командой. Это знаковое событие, наверное, не только для меня как для человека, но знаково для каждого кубанца, потому что не каждый субъект, не каждая территория может быть способна провести такие великие, большие игры. Высшие награды Краснодарского края – почетного звания Героя труда Кубани удостоены первый заместитель губернатора Джамбулат Хатуов, мэр Сочи Анатолий Пахомов и один из главных подрядчиков олимпийской стройки Артур Аванесян. Мы думали, что это никогда не закончится. Именно вот так это точно. Поэтому это большой для всех, для нас урок. Это большой опыт. Что если приложить силы, знания, умения, если действительно сплотиться вокруг такого проекта, многих других, значит, можно побеждать, можно делать лучшее из того, что есть. Концерт Максима Галкина стал еще одним подарком от губернатора для большой кубанской олимпийской семьи. Для тех, кто очень старался, чтобы Олимпиада в Сочи состоялась, стала частью нашей истории и нашей одной на всех большой победой. Яна Москаленко, Валерий Пятов, Антон Калинченко, 9 канал, Краснодар.